Минский институт управления создавался на волне перестройки, когда стране стали нужны высококвалифицированные специалисты, которые способны грамотно влиять на экономическое, научно-техническое и социальное развитие Республики Беларусь. МИУ выгодно отличается среди остальных вузов страны, поскольку на первом месте в институте всегда были передовые технологии в учебном процессе. С 1991 года, с момента основания, коллективу удалось создать современную базу и условия для подготовки квалифицированных специалистов по нескольким специальностям. Сегодня неотъемлемой составляющей учебного процесса являются техническое и программное обеспечение. Передовые технологии решают многое, поэтому студенты Минского института управления имеют возможность учиться в прекрасных условиях. Все учебные аудитории и лаборатории оборудованы современной компьютерной техникой. В институте регулярно проводятся международные научно-практические конференции, вводятся новые специальности и специализации с учетом потребностей рынка труда Республики Беларусь. Независимо от избранной специальности, особое внимание уделяется получению знаний в области информационных технологий и иностранных языков. В лабораториях института студенты имеют возможность работать в интернете, смотреть передачи по спутниковому телевидению на иностранных языках, с помощью компьютера отрабатывать произношение, вести расчеты при выполнении курсовых и дипломных работ. С 2006 года в институте успешно работает интегрированная информационная система. Благодаря ей в ВУЗе сформировано единое информационное пространство и автоматизировано управление образовательным процессом. Имеется современное оборудование для интерактивного тестирования с системой видеоконтроля за ходом экзаменов и зачетов. Научно-исследовательскую работу в институте выполняют профессорско-преподавательский состав, сотрудники научно-исследовательского отдела и научно-исследовательских лабораторий при кафедрах, аспиранты и магистранты. Институт плодотворно сотрудничает с учебными и научными учреждениями зарубежных стран. С 2003 года Минский институт управления – постоянный член с правом голоса в Федерации университетов Азии. В институте обучаются иностранные граждане. В МИУ постоянно развиваются международные связи. Студенческое самоуправление принимает активное участие в организации творческих и культурно-спортивных мероприятий. В институте имеется развитая спортивная база, тренажерные залы, несколько спортивных залов разной направленности. В учебном центре института, который расположен в курортной зоне Минской области, есть все для учебы и отдыха, проведения выездных научных семинаров, конференций, тренингов. Для этого оборудованы современные конференц-залы на 270 человек, оснащенные мультимедийными проекторами. Учебный центр – это сочетание преимуществ загородного ресторана, охраняемой автостоянки и комфортабельных номеров для проживания. Материальная база центра удовлетворяет самым взыскательным требованиям.
1 февраля 2012 года Государственный комитет по стандартизации Беларуси выдал институту сертификат соответствия системе менеджмента качества. В ближайшей перспективе институт планирует расширить работу по привлечению талантливой и наиболее подготовленной молодежи в свои стены, что позволит занять ему достойное место в системе национального образования. Институт управления. Руководителей готовят здесь.